Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с светлым Христовым воскресением, с этим вечным весенним утром, к которому стремится сердце всякого христианина и по-особому переживается в день Святой Пасхи. Праздник этот и торжество всей Вселенской Церкви, и очень личное переживание каждого из нас, поскольку в эту светоносную ночь сугубые, особые отношения с нашим Небесным Отцом заполняют радостью сердца всякого человека, любящего Бога. Воскресение Христово – это событие, которое сообщает нам особенную надежду и дает по-настоящему понять свое бессмертие, понять, что мы не одиноки в этом земном мире, что Бог так любит каждого из нас, что претерпел крестные страдания, которые мы литургически созерцали в дни Страстной Седмицы. А если Господь так нас любит, что какого счастья еще и какого стремления в нашей жизни мы можем пожелать сами себе? Поздравляю вас с Днем Христовой Победы, победы над смертью, победы света над тьмой, победы высшей справедливости над несправедливостью человеческой, победы любви над разлукой зияющего небытия. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Я желаю, чтобы воскресший Христос был непременным спутником на дороге жизни каждого из нас.